Храм – это просто особое место, куда можно сбежать от суеты житейской, домашней. Храм – это своего рода комфортабельные условия для жизни. Можно жить в шалаше, можно жить во дворце. Разные условия жизни. Так и храм – это место для молитвы, особо предназначенные, где нас окружают иконы, где совершается богослужение, где чтение идет богослужебных и евангельских текстов, где проповедь, где пение. То есть, вы слышите, какой комфорт, что такое храм? Действительно, туда очень приятно, и там иногда действительно можно даже немножко и помолиться. Но жизнь показывает, что чем комфортабельнее живет человек, тем, оказывается, он все больше даже разваливается. Посмотрите, как меняется у очень многих образ жизни и образ даже поведения, когда они богаты. Храм – это богатство душевное, не духовное, а душевное богатство, с которым нужно обходиться очень осторожно. Осторожно по той причине, что мы легко привыкаем уже к этому комфорту. И в храме даже, как писал, замечательно писал митрополит Вениамин Федченков, мы и в храме ищем услады, а не молитвы. А ведь о чем пишет, например, святитель Игнатий Брянчанинов? Настала необходима нужда в правильной молитве, молите покаяния, молите, в которой мы познаем хоть немножко себя и каемся. А мы ищем не этого, а ищем восторгов, ищем радостей. И дальше он произносит, Игнатий Брянчанинов, страшные слова. И таким образом орудие нашего спасения превращается у нас в орудие нашей гибели. И вот тот, кто ищет радости и восторгов, кто это ищет? Слушайте, тяжело больной, страдающий, у него боли, бедный, дайте мне, помогите. Он ищет чего? Радости и восторгов, что ли? Он ищет одного – исцеления. Помогите мне, исцелите меня. А мы что в храме ищем? Подумаем, посмотрим в себя и увидим. Итак, храм действительно – это особое место. И для многих людей, которые не имеют или имеют малые возможности помолиться дома, да, здесь они могут в храме найти это место для молитвы. Но смотрите, предупреждают отцы, не превратите место покаяния в место развлечения, в место поиска радости, поиска наслаждений. Тогда, ох, как сильно сказал это святитель Игнатий, тогда мы вместо это орудие спасения превращаем в орудие своей гибели. Вот видите, оказывается, недаром говорили же еще и древние, все, что дается даром, способно развращать. И действительно, постепенно можем привыкать к этому. И уже ищем этого развлечения, этого комфорта, этого спасения. Я понимаю вопрос, почему вызван этот вопрос, что сейчас у нас возникли существенные ограничения с посещением храма. Правда, эта существенность не бесконечная же. Это временное, и вызвано оно действительно самой серьезной необходимостью. С болезнью, тем более смертоносной болезнью, играть нельзя. Это не игрушки. Поэтому сейчас промыслом Божиим вот и дается нам возможность хоть немножко подумать о том, достойны ли мы посещения того места, которое именуется храмом. Не накладывает ли Господь эпитимью на нас,
потому что мы его используем, храм, вместо мечтаний и развлечений. А кто там служит? Какой архиерей? А посмотрите, у него какая митра. И, Боже мой, чего только нет. А какое облачение? А что вы толкаетесь? И так далее, и без конца. И во что превращается? Вот хорошо. Сейчас повторяю еще раз. Промыслом Божьим дается нам возможность посмотреть в себя, кто мы, достойны ли этого места. И дай Бог, чтобы мы это время использовали действительно во благо. Во благо, потому что Господь призывает всех нас к правильному пути жизни. Сначала, если мы не слушаем, да, сначала маленькими скорбями, потом большими, потом еще большими. Это же надо помнить. Это скорбь, действительно, скорбь. Конечно, еще бы. Конечно, хочется в храм идти, а не дома молиться. Да дома я не умею молиться. Дома я не могу молиться. Дома я не хочу молиться. Вот наше настроение. Покажи человеку свою веру. Действительно ты хочешь молиться? Или ты хочешь посещать храм? Да-да, именно так стоит. Молиться хочешь? Или храм посещать ты хочешь? Скажу еще об одной очень важной стороне нашей жизни, которая, может быть, сделает еще более понятным то, о чем мы сейчас говорим. Обратите внимание, во что сейчас превратили, точнее, опошлили христианство на Западе. Открою то, на что многие не обращают внимания и даже не знают этого. Вы знаете, что такое духовная жизнь? По христианскому пониманию Запада, то есть западных христиан. Отвечаю вам, это участие в таинствах. Понятно? В таинстве молитвы в храме, в таинстве причащения, других там таинств у протестантов, например, больше ничего нет, да и у католика уже, не знаю, в каком состоянии находится. Вы слышите, духовная жизнь что такое? Это посещение храма и участие в таинстве Евхаристии. Ох, этот Запад! А мы во что превращаем? Обратите внимание, посмотрите, о чем мы мечтаем, к чему стремимся, что мы делаем. Создать наибольшее великолепие вот этого внешнего богослужебного чина. Что такое духовная жизнь в нашем понимании? Что такое? Я вам скажу. Ходить в храм, причащаться, ну, исповедоваться, конечно, собороваться, помазанию подходить, икону целовать, с крестным ходом ходить. А что вы еще хотите? А что вы еще хотите? Это и есть духовная жизнь, да. Да? Какое извращение! Духовная жизнь определяется только одним. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Духовная жизнь – это жизнь со Христом. А вы, окажется, понимаете, что такое духовная жизнь? Где любовь-то? Чем эта любовь к Богу проявляется? Единственное, чем меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Да, мы действительно постоянно погрешаем. Дал Господь великое нам, по великому милосердию, дал возможность каяться. Вы знаете, что во многих религиях этого даже нет, никакого покаяния. Каяться дает возможность. Вот в чем духовная жизнь состоит. Блаженны чистые сердцем. А не то, не те, кто, оказывается, посещает великолепные богослужения, торжественные богослужения. Совсем нет. Это надо понимать. А вы знаете, это большое действительно искушение подменить духовную жизнь прекрасной внешней формой. Вы знаете, что писал
середине XIX века святитель Игнатий Брянчанинов. Мы сохранили верность символу и обычаям древней церкви, но все это мертвое тело, в котором мало жизни. Слышишь, как он говорит об этом, обо всей внешней стороне этой. Ну, мы же прекрасно понимаем. Мы же по себе знаем. И ходим в храм, и принимаем таинство, и каждый совершаем молитвы, и участвуем в богослужениях, но нас никого не тронь, как мы подскочим. То есть никакой борьбы со страстями. Никакого нет понуждения себя к духовной жизни. Так вот, видите, он говорит, это все, это пышность, это великолепие, это храмы чудесные. Кажется, хорошее дело. Хорошее. Для кого? Но можно все это превратить. И он писал со скорбью, но все это мертвое тело, в котором мало жизни. А святитель Феофан сказал еще прямолинейнее на все это. И часы исправные хорошо идут, говорит он. Но кто скажет, что в них есть жизнь? Вы слышите, оказывается, чем может стать церковная жизнь, церковная, то есть всех христиан, даже чем? Как часы исправные. Пришел праздник, идем в храм. Пришел Великий пост, идем тоже, что делаем. То, что положено, делаем. А главное это как раз, мы больны, мы находимся в состоянии гибели. Поэтому нужно лечиться, а не торжествовать. Лечиться, а не любоваться. И искать наслаждений и восторгов, как писал тот же Игнатий Брянчанинов. Вот в каком положении мы сейчас и находимся. Господь дает нам возможность задуматься, действительно ли мы понимаем, правильно ли мы понимаем христианскую духовную жизнь. Не превратилось ли у нас все это в обычаи, в соблюдение этой внешней формы? Ведь саму исповедь во что превращаем? В отчет о проделанных грехах, а не вместо покаяния. Само причащение во что превращаем? Вместо того, чтобы с величайшим осознанием своей греховности, своего недостоинства, с покаянием подходить к причастию, мы приходим по праздникам. Праздник. Вот оказывается что. Врач говорит, вам нужно ежедневно принимать вот это лекарство. Ну, знаете, это, конечно, нет, но я по праздникам лучше буду принимать лекарства. Что вы скажете о таком человеке? Ой, какой умный. Да и потом, можно ли? Врачи говорят, что это лекарство нельзя принимать, если вы съедите то и то. Нельзя, лекарство становится ядом. А мы что говорим? На Пасху надо причащаться. Все, без исповеди, безо всего. Это что такое? Это что такое? Оказывается, на праздник можно неподготовленными, да? Вы слышите, как мы подменяем великие таинства церкви? Чем? Формой внешним. На Пасху причаститься. Вот недаром игумен Никон Воробьев говорил, исповедуйтесь, причащайтесь весь Великий пост, в Страстную неделю, в четверг даже, Великий, чистый, в субботу, но не на Пасху. Надо же понимать, что есть мир духовный, есть душевный, а есть мир плотской, телесный.
о чем это сказал Христос, когда ученикам прямо говорит: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, а мой мир даю вам». Видите, противопоставляет. Это же относится, как он говорит о мире, так же относится и к радости. Может быть, радость чего? Вот это душевное, телесное, плотское. А может быть, радость действительно духовная. Кстати, духовная радость всегда сопряжена с великим, глубоким миром души. Миром, а не восторгами. А мы ищем, кстати, на Пасху чего больше всего ищем? Восторгов. Каких? Вот, оказывается, промыслом Божиим сейчас мы попали в какой период жизни, за который мы должны только благодарить Бога. Господи, слава Тебе! Ты даешь нам возможность посмотреть на себя, нам, на себя, на меня, каждый, на себя посмотреть. Даешь нам возможность увидеть, что у нас в душе, чего мы ищем. Спасение, исцеление или наслаждение, или удобство, или восторгов, или утешений. В общем, мы идем прямым путем к тому, чем всегда жило язычество. Это называется на церковном языке омирщение, а слово «мир» – мирской, омирщение. А христианство все призывает к спасению. Сам Христос называется Спаситель. Но придет другой, как об этом Христос предупреждал, Иоанн Богослов в своем откровении пишет, придет другой, который даст, да, этот комфорт так, что все взвоют от этого комфорта. Вот так, так что, видите, оказывается, храм. Да, храм – это вкусная конфетка. Храм – это действительно комфорт. Храм – это действительно прекрасно, еще бы. Храм, если хотите, это наслаждение, конечно, даже эстетическое. Возьмите, вон, храм Христа Спасителя. Возьмите, даже, да, но кому-то первый раз войдет человек, он как пораженный может быть, может обратить его душу к Богу. А мы привыкаем к этому и совсем перестаем молиться. А закон, то есть даже не закон, это самая суть религии. Самая суть религии – это что такое? Молитва. Если нет молитвы, молитва о чем? Молитва о своем спасении, то есть покаяние, молитва о грехах, о страстях своих. Вот о чем, а не о том, что болит печенка или селезенка. Молитва о грехах своих. Если нет молитвы, нет религии. Нет молитвы, нет христианства, нет православия. Не будем себя обманывать. Что мы себя обманываем? Я был в храме. Поют, читают, служат. А я по всему миру бродил. Зачем мы себя обманываем? Надо же, в конце концов, честно посмотреть на себя в зеркало Святого Евангелия.